Ариару, мои маленькие любители, покушать, и мы начинаем играть в такую увлекательную игру, как RimWorld. Осада. Так, босс, для начала. Переставай пельмени, что у тебя с недосыпом, да? Осада, где осада? Сейчас им инструменты должны прилететь. Но пельмени, так, что ты делаешь? Ты берешь и занимаешь миномет. Выбрать цель для стрела. Вот в них прям стреляй. В минометы, да. Давай ты будешь не в конкретную, а просто в точку стрелять, да? Блять. Так, я понял, в нас тоже стреляют. Так, все, кроме босса, подорвались. Пельмень, занимай, стреляй, пожалуйста, да, только стреляй. А тебе требуется просто не промахиваться. Не промахиваться, пельмень! Куда вы побежали? Минус ветряк. Класс. Я понял тебя, пельмень. Занимайся своими делами. Так, босс. Пожалуйста, стреляй по ним, а. А что они пошли делать? Они осаждать пошли. Так, пельмень, хочешь не хочешь, но сюда. Босс, хочешь не хочешь, меня не волнует. Так, для начала нам нужно также строить скроить крышу, оказывается, надо здесь. Я в курсе, что, ребят, что пожар, но... А, все? Это было все? Блять, это было... Ой, это... А, вы тупые придурки. А, мы тут немногих покорили, между прочим. Ты выживешь? Нет, ты умрёшь сейчас. Ну да, тут ничего не осталось, мы сегодня что же, ладно. Помяли нас знатно. Ну хорошо, хорошо, что мы отстрелялись хоть. Сколько у нас продвинутых компонентов сейчас? 3, да? А нам, по сути, нужно на каждый из этих саркофагов по 3 штуки. Кого мы хотим с собой увезти? Мы хотим с собой пельмени, точно. Босс, точно. Ксионер, точно. Пиоло, точно. То есть раз, два. То есть нам в принципе не хватает, да? По сути, нам раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять нужно капсул. У нас тут только их 6, да? Ну еще 3 здесь уместится, окей. На каждый из них нужно по 3 компонента. 3 на 9, 27 компонентов нам нужно сделать. Еще. Это пиздец много. По-хорошему, я мог бы одного пельменя сюда посадить и сказать: эй, лети! Но это будет не совсем честно. И нам еще сюда нужно дохрена пластали и продвинутые компоненты. Это пиздец просто. У нас, по сути, все сейчас прохождение упирается в то, что нам нужны стали сейчас. Пласталь и все. И время на раскопку этого всего дерьма. Потому что у нас копается вот двое. Точнее, по сути, один. И все. Большая часть, я сейчас хочу выкопать побольше всякой стали, пластали. Поскольку мне нужна больше, чем уран. То есть уран я в любой момент смогу выкопать. Ее либо с механоидов, либо я не знаю где. У меня всего 24 единицы. То есть она в чистом виде нужна, она нужна в виде компонентов, это пиздец. Пельмень, чем ты опять... Ой, блядь, заебал. Пельмень, это не то, что... Это не пельмень, мне кажется, дело. Это просто механика игры такая, то что они просто не хотят копать на бурильной установке. То ли из-за принципа, то ли еще из-за чего. Просто не хотят без вот такого вот хитрости. То есть я их запираю в комнате, где у них нет выхода, и он на это... А, мы построили ее. Аллилуйя. Так, у нас есть 6, еще надо 3. Давайте вот так вот, чтобы по камильфу было. Купите сам... И вправду самый легкий вариант, но... Чтобы купить, нужны торговцы, а как их призвать? Это... По велению вот так вот пальцев нельзя призвать. Они когда сами приходят, когда Рэнди скажет прийти, они придут. Все. Сами нихуй придут. Редкие трумбы. Они тут находятся, я с ними ничего не сделаю. Их было бы вообще прикольно приручить, а лучше на них походиться. Ну как это сделать, когда они здесь заспавнились? Не знаю, это секрет. О, оптовые торговцы, класс. Джордан, торгуй. Так, босс, чем ты занимаешься? Солнечная вспышка, ладно. Так, на один... Давайте сначала построим двигатель, а потом уже будем думать над саркофагами. Вот не вовремя у тебя чутье проявилось. Почему оно не могло пробудиться у тебя чуть пораньше? А, все у нас. Мы не можем бурить, потому что солнечная вспышка, долбаная.
По идее. Знаете, что я подумал? Дроид, ты же ни в чем не нуждаешься, по сути. Сиди здесь и копай. То есть бури. В чем проблема? То есть, если дроид будет здесь бурить, и он ничего не нуждается, то есть ему пить не надо, есть, я так понимаю, он тоже не хочет. И все, пускай бурит. Так, подорвались все. Зараженный корабль, да? Так, там тут нужны все будут. Дроид один, ты тоже нужен. Джордан, будь добра, съебись. Давайте, вот вы все стрелять. Бля, пиздец. Блин, подойди поближе. Так, вы его, надеюсь, увидите, вдаем. Босс, стой здесь, стреляй. Так. Элрой, пофиг. Босс, этот Бёрд, ты вообще герой? Иди спасайся. Так, Айзек, что у тебя по здоровью? Смерть через 13 часов, ты тоже иди спасай. Перепел, что с тобой? А, вообще изич. То есть, обошлось малой кровью. Все, спасайтесь. Это нам сейчас, по идее, прибавилось пластали. Да, все, спасайтесь. А также нужно будет сейчас снова создавать этих андроидов. Мы победили ценой жизни двух андроидов. Думаю, это нормально. То есть андроид это хлам, который здесь валяется. Так, сделан, и нужно еще одного. Так, дроид 0. Мы по-прежнему тебя сажаем на эту штуку. Конечно же, не на бутылку, но сюда. Закрыть. Дроид 0, где ты? Вот он, ты. Мы тебя копируем все на стук. Залежи детали, это классно. Только жалко, что их тут мало. Так. У нас почему-то никто металлолом не хочет переплавлять упорно. Исаак, ты вроде можешь. Но почему-то не делаешь. Мы переплавляем, получаем сталь. Да, у нас стали дохуя сейчас. Это радует. Продвинутые компоненты нам нужно делать. Нужно золото и пласталь. Пласталь у нас добывается. И нам останется только уран. Но уран сейчас я буду с помощью микроконтроля и босса добывать с помощью этой установки. Да, мало, но куда деваться. Ё-моё! Я так тупанул дико. Пельмень, беги, 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 пельмень, беги отсюда. Так, все, срочно, все, кто может, сюда. Пельмень, беги. Убегай, убегай, пельмень, пельмень, убегай. Босс, куда стреляешь, придурок? Пельмень. Так, так, команду даю сюда встать. Я тут тоже. Пельмень, вставай сейчас сюда. Босс, стой здесь. В хаски попал, босс, придурок. Отступай, отступай, отступай. Пельмень тоже. Перепел, иди сюда. Кто же знал, что может быть две древних опасности? Так, Спиди, говорю, Бёрд и Перепел, идите сюда сейчас все. Чё-то бионический глаз, прикольно. И давайте вы втроём сначала вот эту хуйню уничтожите. Так. Эту хуйню тоже уничтожить. Так, и вскрыть. Вы вдвоем атакуйте его. Что, у тебя такое по вещам, у тебя дробовик? Спиди, подключайся. Все, замечательно. Эту хуйню брать нельзя? Все, разбежались. Так, их тоже мы разбираем. Все.
Я не знал, что может быть две древние опасности. Для меня это было неожиданностью. Я думал, тут обычная такая небольшая комнатушка, как всегда. Ну вот, типа как стенка здесь. Но тут, оказывается, древняя опасность была. Это полностью было для меня неожиданно.